Друзья, пятая арена, короче, я сейчас буду донатить на спецпредложение, и после того, как этот ролик соберет 10 тысяч лайков, я закину на этот аккаунт очень-очень много гемов, не знаю, сколько это будет, 50 или 100 тысяч, и открою кучу сундуков. Если ждете, лайк, подписка, буду очень благодарен. 10 тысяч лайков, let's go. Всем, ребята, добрый день. Ну что ж, я нахожусь на твинке, блин, я не знаю, я только зашел на него, а у меня уже куча эмоций. Я не знаю, как у вас от этой рубрики, есть у вас интерес к ней или нет, но я получаю просто колоссальное удовольствие в прокачке своего нового аккаунта. Кто не в курсе, я создал твинка, и у меня цель прокачать одну колоду полностью, максимум, чтобы фулл прокачка была, и только одну деку, больше ничего. Я еще определяюсь с колодой, скорее всего, это будет Голем плюс 2 принца, но узнаем попозже. Сейчас я на ваших глазах дойду до пятой арены, задоначу на супер магический сундук. Надеюсь, получим оттуда легу. Короче, ребята, с вас лайк, подписка и нажмите на колокольчик, дабы ни одну серию из этой рубрики не пропустить. И приходите на мои стримы, мы будем поднимать этот аккаунт. Этот проект называется «С нуля до Искателя 1». Да, вот как-то так. Посмотрим, как получится. Возможно, даже больше, чем Искателя возьму. Поехали, друзья, в бой. У меня тут сундучки, но я пока их... Давайте один открою. Вот, все, поехали в бой. У меня просто еще там магический сундук скоро выпадет. Я хочу его выбить на видосик. Вот, и открыть. Потому что, ну, вполне вероятно, что может выпасть лего. А, колода у меня. Колода у меня, ну, такая странненькая немножко. Ну, она состоит полностью из эпиков. Поэтому, потому что, ну, прокачка у меня слабая. А эпики... так, гоблинская бочка, хорошо. А эпики прокачивать не обязательно, да, сразу. То есть первые уровни тащат. Так, я надеюсь, сейчас только взорвется принц. Да, и нам надо выпустить шарик. Смотрите, шарик, короче. Не получится шарик выпустить. Давайте вот здесь дракончика. Сейчас дракончик сагрится на мушкетера. И понеслась рейдж. Все, понеслась. Так, так. Хорошо, отличненько. Опача. Так, будет гоблинская бочка или нет? Минус башня. Наверное, я не знаю. Я еще думал лава-шар сделать, но, честно, я не умею лава играть, поэтому лучше с големом. Так, осталось 25 хп. Ну что ж, пойдем, друзья, на трешечку. На этой арене очень изи играть, да и вообще на таких кубках. Вот в чем удовольствие. Просто реально, как будто ты вот ностальгируешь, вот все по-новой. Когда это было, когда я вот... Не, ну первым уровнем, я помню, начинал, обновил немножко эмоции, но все равно вспомнить, как ты начинал, как здесь играл. Блин, класс. Я очень доволен, что создал твинка, и... Многие до сих пор меня обвиняют, что я стырил у кого-то идею, еще что-то. Но я же говорил, когда начинал эту рубрику, что, ребят, естественно, вдохновило меня видео Рувина, как он создал твинка, но я еще и до этого планировал. Вспомните, когда у меня был первый уровень. Я еще когда у ГМФТГ был звездюк, я еще тогда тоже имел твинка и тоже подобным проектом занимался. Только тогда у меня был просто твинк, я просто все карты прокачивал. А здесь вот особенность этого аккаунта в том, что я прокачиваю только одну колоду. Да, у Рувина такие же точно видосы, но только он прокачивается, он будет другую колоду. Я с ним вот недавно по скайпу общался. Он будет прокачивать, я не знаю, может, он не надо говорить, какую колоду, но там байт на спылы. Вот, поэтому я думаю, что это интересно. Мне понравилось лично. Я очень хочу реально этот проект довести вот до того идеала, который я себе запланировал. Седьмой уровень против меня. Что происходит? Армия скелетов. Стрелы не летят. Как много здесь гигантских скелетов. Так, давайте. Ведьма. Блин, она... Третий эпик, серьезно. О боже. Давайте гигантский скелет. Так. О господи. Бочка, бочка, бочка. Дефаем, дефаем, дефаем бочку. Седьмого уровня. Это вторые. Вторые эпики у него. Вторые, третьи. Блин. Жесть. Пятый гигант. Так. Что-то сложно, друзья. Давайте с разгона принца. Не хватает мне эликсира. Надо бы до двойного дожить. А там уже как-то... Так, просто в соло гигант. Блин, дракончика нечем контрить. Давайте попробуем армии скелетов отвлечь хотя бы. Хотя бы на пару урона отвлечь. Не знаю, хватит у него там эликсира на... Хватило, но я думал, он гигантского скелета выпустит. Это минус башня, друзья, слева у него.
Это минус башня, это хорошо. А я что-то забыл про армию скелетов. Нет, еще не минус башня. Блин, целую ведьму тратить, как это жалко. Целую ведьму тратим на армию скелетов. Нету смысла дефать. Друзья, нету. Минус башня. Блин, на самом деле сложно. Потому что он сейчас может и вторую башню забрать быстро. Ведьма, пожалуйста, добей. Найс, 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 найс. Так, надеюсь, он на трешку не пойдет. А мне главное вот сейчас... Мне главное сейчас вот... свои возможности не переоценить. И снести на трешку, а не так, как я вот сейчас пойду и ничего не получится. В принципе, он мне дает шанс снести его на две короны. Смотрите, он... А, армия скелетов, блин, на гигантского скелета, ну ладно. Я думаю, что сейчас справа он не задефает. Так, отлично. Это пятая арена, друзья. Блин. Давайте армию скелетов на гиганта. Отлично. И что у нас? Молнии давайте добьем. А, не, молния 200 хп всего лишь сносит. Так. Короче, шарик и рейдж. Рейдж, быстрее, быстрее. Так. Отлично, все. Пятая арена, друзья. Так. Делаем... Ой, королевский сундук набили, отлично. Ну, где... Какая пятая? Блин, да пятая еще... Тыщ... Друзья, как останется одна игра, я подрублю запись. Я что-то думал, 1300 надо кубков, извините, затупил. Поехали в бой. Я вырежу вот эти три поединка, последний оставлю. Ну, чтобы ваше время не терять зря. Все, я пошел в бой. Итак, друзья, фух, осталась одна игра, и я ее сделаю, естественно, на видосик. Понеслась. Ислам, 6 уровень. По-моему, кубка у него так же, как и у меня. Так, оба, пека. Неожиданно. Так, что там еще будет? Фаербол. Армия скелетов сейчас. Бздынь. Рейдж. Это будет изи, друзья. Изи катка будет. Понеслась. Тоже выбрасываем рейдж. О, боже, как это классно. Люди не умеют пользоваться спеллами. Что может быть лучше? У него бомбит. Он думал, что он выбросит пеку, выбросит рейдж. И все пойдет. Но нет. Парень еще не выбил элитных варваров. По-любому это прирожденный... Как это? Элита варвара. Вот. Да просто гей. Так. Да чё с ним церемониться? Пошел шарик, давай, долетит, ему нечем контрить. Ведьма. Ну тычку-то сделает шарик. Да, тычку сделает. А это значит, что минус башня. И мы залетаем на пятую арену. Бомбит у соперника у нас. У нас победа, плюс 30 кубков. И пятая арена, спецпредложение. Бау. Зачем я сделал скрин, не знаю. Друзья, пятая арена, короче, я сейчас буду донатить на спецпредложение, и после того, как этот ролик соберет 10 тысяч лайков, я закину на этот аккаунт очень-очень много гемов, не знаю, сколько это будет, 50 или 100 тысяч, и открою кучу сундуков. Если ждете, лайк, подписка, буду очень благодарен. 10 тысяч лайков, let's go. Так, ну что, начнем с королевского сундука. Так, быстренько его открыли, да? Теперь. О, да, о, да, о! Принцы, принцы доступны. Что, фармить принцев или нет? А по 6 эпических карт?
А чё цена не изменяется? Вот у меня на холдике 750 гемов стоит этот сундук, и здесь. Хотя на холдике 8 эпиков. Блин. Это хорошо, что есть принц. Возможно, задоначу на стриме. Немножко принцев выбью. Да. Так, ладно, донатим, короче, на спецпредложение. Супер магический сундук. Ой, ребята, вы знаете, что фишка есть с супер магическим сундуком? Там может быть две леги, не одна, а две. Если вы об этом еще не в курсе, значит, вы не смотрели мой новый ролик, а он скоро выйдет. Я вам докажу, что с супер магическим можно выбить две легендарки. У меня есть пруфы. В общем, блин, сколько всего, сколько спойлеров. Поехали, доначу. Покупка осуществлена. Какое сложное слово, осуществлена. Так, 3700 золота. Пожалуйста, нажмите на лайк, дайте легу, я вообще буду, ох, рад. Так, колдун, кстати, колдун на таких кубках вообще топчик, но прокачивать мы его не будем. 20 хоков, как это классно. Так, скелеты. Будет, если лего, то только одна. Блин, чему я, капец, зажрался. Не будет леги. Спасибо большое. Ну хотя бы эпики. Армия скелетов. Расстроился ли я? Ну, честно сказать, да. Честно сказать, да, расстроился. Чё тут у нас на этой арене? Значит, ледяной колдун, кладбище, печка, зеркало, пойзон. Давайте попробуем вытащить пойзон. Давайте попробуем это сделать. Так. Так. Так, зап, да, вот этот топ. Шарик на второй. Нет. Принц пойдет, пропускаем. Так. Гиг-скелет пропускаем. Рейдж мимо. Зеркало. Не надо мне зеркало. Пойзон, пойзон надо. Ну все. Пойзон берем вместо молнии. И вот как-то так. У меня еще зап есть. Зап тоже прокачаем. И буду его использовать. Только вот не знаю, вместо чего. Ну ладно, об этом, короче, потом. В общем, друзья, вот так вот потихонечку прокачивается мой твинг. Буду донатить сюда, как и обещал, много, большую сумму. 5000 лайков набираете, увидите открытие сундуков и много чего очень интересного. Я желаю вам удачи, спасибо вам за просмотр, пожалуйста, дайте жизнь этой рубрике, давайте, ну давайте побольше лайков, я хочу больше, чем 10 тысяч. Честно, я бы, вот честно, хочу 20 тысяч, ну мне как-то просить 20 тысяч, ну не знаю, ну как-то неудобно что ли, ну много 20 тысяч, ну я бы очень хотел увидеть, пожалуйста, друзья. Спасибо за просмотр. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях. Мне интересно, сколько людей смотрят мои ролики до конца. И спасибо вам за просмотр. Желаю удачи, ждите мои новые видосы. До скорых встреч и пока, друзья.